Теперь мы будем клеить шапочки. Очень красиво, да. Клеим шапочки наверху шапочки, да, везде наверху. Только ты больше клей, а то не приклеится. Милашка хорошо по одной делает. Я сделала. Так, теперь бери шапочки и клей наверху Мишки шапочки. Милашка, ты тоже приклеила, поклеила шапочку. Теперь ставь ему наверх. Ставь Мишке наверху. Я ему корону. Корону? Окей. Я вырезала вам шапочки. А я ему. Повара шапочка у тебя, да, Мася? Да. Правильно. Я что делаю еще вот такую? Обязательно. Я папе сказала, что я буду. Мы клеим шапочки, и мы должны сделать на каждого медвежонка шапочки. А я ему листики. Да, пять мишек и пять шапочек. Правильно? Молодцы. Я еще эту. Абсолютно. Ты все пять сделал, Тёша? Да. Да, сейчас мы посмотрим, я ближе подвернусь. А я еще не сделала. Я ему шар, и этот лук, и это листик. И сколько у тебя здесь мишек и шапочек? Сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Давай будем. Не так, еще раз давай посчитаем правильно. По одному. 1, 2, 3. 4, 5. 5. А где циферка 5? Покажи мне циферку 5. Нет, циферка на желтый. Вот есть вот желтенькие эти. А где циферка 5? Вот циферка 5. Молодец. И ты написал там 5. Правильно. Давай посмотрим, что Милана сделала. Это не сделала. Ты еще не сделала. Сколько ты сделала шапочек? А ты сделала еще вот такую. Ну давай, давай, конечно. Ты сделала, я посмотрела, уже 3. Тебе осталось еще сколько сделать? 2, да? Корона. Корону она еще не сделала эту. Ну, сейчас сделает, конечно. Это моя корона. Абсолютно. Чашек не надо, она сама хочет. Окей? Ну, давай. Это не твоя, это моя. Да, это твоя.